Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Вот говорил же, что отправляю в бан за исламистскую религиозную пропаганду. Говорил? Говорил. Ну вот какого-то пользователя Чуханика, который вот мне поставил вот этот религиозный бред, я его отправлю и даже не считаю нужным читать его этот никчемный ник. Я просто вот заблокирую, да? Вот он заблокирован. Отправлен в бан без всяких размышлений и пошел, пусть идет в свою синагогу, там читает. Он думает, если вот написал, это будет саваб, ему зачтется якобы. Не зачтется. Но здесь он уже все. Его постигла виртуальная смерть на моем канале. На этом до свидания.